Газ в каждый дом. В село Малое Борло Кузоватовского района пришло голубое топливо. Его здесь ждали много лет. Ранее приходилось закупать баллоны с газом, что сильно давило на семейный бюджет. Межпоселковый газопровод строили несколько лет. Он соединил несколько населенных пунктов, в том числе Большую Борлу Теренгульского района. Первые потребители уже ощутили на себе разницу. Ну, конечно, удобно. Лег – тепло, встал – тоже тепло. Все хорошо, удобно. Дрова не надо готовить, пилить, колоть не надо. Меньше, как говорится, хлопот. Газопровод протяженностью почти 10 километров обеспечит голубым топливом 67 домовладений села Малое Борло, а это 97 человек. Главная цель в программе газификации – создать комфортные условия для жизни каждого жителя Ульяновской области. Ранее газ в Кузоватовском районе был проведен в поселок Первомайский, села Спешневка и Стоговка. Мы работу по газификации будем продолжать. И наглядный пример того, что вот уже в малые села Ульяновской области газ идет. Это сегодня газ, который пришел в ваше село. Напомним, программа социальной газификации предусматривает бесплатное подведение газа до границ домовладений. Льготные категории граждан имеют субсидии на закупку газового оборудования, но не более 100 000 рублей. Кирилл Савосин, Геннадий Бухтаяров, УПРАВДА ТВ.